Всем привет! С вами Александр Чернов, и вы смотрите новый выпуск ежемесячного рейтинга топ-10 от пользователей сайта playground.ru. В январе мы пытались выбрать десятку самых ожидаемых игр предстоящего года. Выбор был непростой, но все получилось. В общем, приступаем к разбору. На 10 месте оказалась ролевая игра Divinity Original Sin 2, релиз которой должен состояться в этом декабре. Это продолжение оригинальной Divinity, игры, которая завоевала целую кучу наград как лучшая RPG 2014 года. Вторая часть пойдет еще дальше. Нас ждет совершенно новая история и весьма любопытный мультиплеер, рассчитанный на 4 игроков. Формально они будут действовать сообща, но никто не мешает каждому участнику группы преследовать собственные цели. Можно вынашивать тайные планы, подставлять своих сопартийцев, оставлять их в беде. Все это будет влиять на развитие сюжета самым непосредственным образом. На прошлом Игромире можно было посмотреть презентацию игры, которая была замечательной. Остается только надеяться, что ее не перенесут. На 9 месте амбициозная и весьма красивая ролевая игра под названием Kingdom Come Deliverance. Ее главная фишка заключается в том, что она должна стать настолько исторически достоверной, насколько это вообще возможно. События Kingdom Come будут происходить в начале 15 века на территории современной Чехии. Нам обещают аутентичные средневековые замки, созданные при помощи реальных архитекторов, продвинутую систему экипировки персонажа, реалистичное оружие тех времен, а в придачу симуляторную составляющую. Это значит, что игроку придется следить за тем, чтобы его персонаж спал и получал пищу. Как мы уже сказали, игра выходит очень амбициозной. Выйти она должна до зимы. Точной даты, к сожалению, пока никто не знает. Восьмое место заняла Mirror's Edge Catalyst, масштабный сэндбокс, в котором знакомая нам героиня Фейт бегает по крышам сверкающего футуристического мегаполиса. Сеттинг игры остался прежним. Вы все так же боретесь с корпоративной тиранией, проникаете в логово тоталитарных правителей и крадете их секреты. Короче говоря, идете против системы. Главная фишка игры — это, само собой, паркур. Будут и сражения, которые полностью переделали. Теперь, к примеру, Фейт вообще не будет использовать огнестрельное оружие. Ее сила в мобильности, ну а в случае чего она вполне может дать своему противнику по башке. А вот точные подробности сюжета пока неизвестны, так что не будем гадать. Зато дату релиза мы знаем наверняка — 24 мая. На 7 месте у нас оказалась Dishonored 2. В этой игре нам предложат сразу 2 персонажей. Первым из них будет уже знакомый нам по первой части Корво Атано. Второй герой — девушка Эмили, которая в оригинале была дочкой убитой императрицы. События сиквела происходят спустя 15 лет после окончания первой части. Эмили стала правительницей империи, но какой-то неназванный и очень нехороший человек смещает ее с трона и захватывает власть в государстве. Теперь вам нужно сделать все, как было, и вернуть Эмили на пост императрицы. Сама она теперь тоже обладает сверхъестественными способностями, превратившись в грозного ассасина. Нам обещают, что игра станет намного более сложной и глубокой. Хорошо, если так. Оригиналу как раз не доставало сложности и глубины. Точная дата релиза, к сожалению, неизвестна.
Шестое место заняла стратегия XCOM 2, релиз которой уже состоялся. В этой игре вы управляете отрядом партизан, обустраиваете свою базу и всеми силами боретесь против захвативших планету инопланетян. Так как игра уже вышла, о ней мы знаем абсолютно все. XCOM 2 нахватала целую кучу положительных оценок, но многие игроки все равно остались недовольны. Причина тому — веселый рандом, когда ваши солдаты не могут попасть во врага с расстояния в полметра. Но кто сказал, что будет легко? Впрочем, есть и такие, кто говорят, что игра вышла слишком простой. Непонятно, кому здесь верить. В любом случае, если вы любите такие вещи, XCOM 2 точно стоит того, чтобы обратить на нее внимание. На пятом месте третья и, возможно, заключительная часть Dark Souls. Как недавно заявляли разработчики, в ближайшем будущем возвращаться к этой теме они не очень хотят. Чего стоит ждать от этой игры? Да как обычно, боли. Боли и страданий. Ваших, разумеется. Как обещается, во многом третья часть будет похожа на вторую, разве что с некоторыми доработками. Но суть остается прежней. Вам предстоит умирать, а потом опять умирать. Ну, а что, хорошее дело. Мультиплеер тоже никуда не денется. Что касается сюжета, ну вы знаете, что говорить о сюжете в серии Dark Souls довольно непросто. Ну и самое главное, игра выйдет уже довольно скоро, а именно 12 апреля. Четвертое место занял шутер Doom. Игру впервые толком показали прошлым летом на выставке E3, и все сразу же захотели, чтобы она вышла как можно скорее. Оно и понятно, выглядит Doom ну очень заманчиво. Старые знакомые стволы, куча демонов и сплошное месиво. И бензопила, куда ж без нее. Красота, да и только. Как заявляют разработчики, игра будет не столько страшной, сколько мясной. Коридоры третьей части уступят место более открытым пространствам, которые придется исследовать в поисках секретов. Будет и сюжет, правда какой именно, пока не ясно. Да и черт с ним, главное взять ствол побольше и начать крушить сволочей, как в старые добрые времена. В конце концов, разве не в этом суть Doom? Дата релиза уже известна, игра выйдет 13 мая. А вот и первая тройка, и открывает ее новая Deus Ex, пожалуй, одна из самых ожидаемых игр последних лет. Адам Дженсен возвращается к работе, а в мире тем временем настала полная задница. Людей с имплантами теперь боятся и подвергают страшной дискриминации. Они, само собой, начинают бороться за свои права, в том числе и радикальными методами. Именно с такими радикалами и будет бороться Адам Дженсен, который, на минуточку, тоже нафарширован такими техническими штуками. По самую макушку. Новая Deus Ex должна стать намного более красивой и глубокой игрой. Нам обещают улучшенные диалоги, расширенную ролевую систему и, что самое важное, нормальные схватки с боссами. Это ли не радость? Хотя кое-что не изменилось. Местами игра все равно желтит. Будем считать это фишкой. Дата релиза 23 августа. Ждем. Второе место совершенно внезапно заняла третья «Мафия». Мы этому, признаться, удивились. Уж слишком много ругали эту игру в комментариях на нашем сайте. А тут, нате вам, видимо, имя работает на себя. События новой «Мафии» будут происходить в 60-х в Новом Орлеане. Главный герой игры – сирота и ветеран войны во Вьетнаме Линкольн Клей. Родителей у него не было, поэтому Линкольн нашел себе другую семью – бандитскую. Правда, его новых друзей поубивала «Мафия».
действия, поэтому герой теперь хочет лишь одного – отомстить. Ну а для этого ему нужно сколотить собственную преступную группировку. В целом нас ждет все тот же экшен в открытом мире с заданиями, перестрелками и покатушками на автомобилях. Новостей об игре очень мало, и это, по правде говоря, настораживает. Но будем надеяться на лучшее. Дата релиза, как ни прискорбно, пока не объявлена. Вот и первое место. Mass Effect Andromeda. Ну что ж, вполне закономерно. Новая часть уже легендарной серии, потенциальный мегахит. Ну или мегапровал, пока не ясно. События игры будут происходить через много лет после завершения оригинальной трилогии. Вас ждет совершенно новый герой, который будет путешествовать по совершенно другой галактике, по Андромеде. Информации об игре совсем мало. Из того, что есть, можно предположить, что в ней будет намного больше исследования окружающего мира и целая куча самых разных планет. Еще в игре будет старый добрый вездеход Мако, который вроде как можно улучшать. И никакого Шепарда. Его история закончена раз и навсегда. Это по сути все, что известно наверняка. Остальное лишь слухи. Надежды на новую Mass Effect прям-таки огромные. Если нас подведут, будет беда. В любом случае, поздравляем всех тех, кто голосовал за эту игру с победой. На этом все. Тему следующего топ-10 вы можете узнать на нашем сайте. Если вы смотрите это видео на YouTube, переходите по ссылке в описании и примите участие в формировании нового рейтинга. Ждем ваших комментариев и пока прощаемся. Удачи и до встречи на playground.ru.